Я вылетела, потому что команда была жесткая. Да нет, нет, да нет. Хорошо. Так, я понял. Нет, почему? Есть один склад. Тоже, типа, у нас в домах тоже типа есть. Одни хилки. А чем сражаться есть? Нет? Ну спасибо. Руками. Руками. Броня и хилки, а стрелять нечего. Ну не знаю, Миша и Дима никогда меня не слышат. Говоришь им тихо, и они смеются еще при этом. Я не слышу. Да не слышу. Я тебя вообще никак не посылаю. На удивление. А вот, походу, блядь! Не поддержит никто. А я наоборот убью. Есть какие-то патроны в следующих 15? Есть танк наверху. Там есть еще. Почему-то мне! Где ты видел? Да, ты ходил. Ты не покажешь. Руками давайте, руками, руками. Еще один должен быть. Нет. У меня хп нету. Где кто вообще?
он один должен. Да, вижу. Нокаут один. Вижу нокаут. А где он? Монитор. А, да, у меня он где-то подо мной прям. Есть. Да вот так тут где-то. Да блин, тихо, пожалуйста. О, я ж пошёл уже. Нормально, ты это видел? Он выбрал лут, а не меня. Да? А ну, я еще дальше что-то полтаю. Патроны дайте хоть на чё-то, у меня ничего нет. И химблок у меня нет. О, пойду еще дальше полтаю. Нормально? А ты легендарный броник брал чего-то? Да не у броника не был легендарный, а брать. Не, у него броник был легендарный. А, да. Просто невероятно нашел. А, на дороге есть и по патрон. А, да. Ну, типы, тут типы. Понятно. А, вижу. Вверх поднимайся. У меня. Здесь. Не убить сюда, прикольно. Чё, один? Двое там. Двое, ещё один двое. Есть у кого когда-нибудь оптика хоть, не знаю. Нет. Я у меня длинный лук просто, и он для близи у меня. Не, у меня нет. Жалко. Найдем нормально. Блин, почему я так плохо стреляю? На дробаш патроны нужны срочно. Побежать, там далеко бежать. Там далеко бежать, будет налево. У вас вообще патронов на дробаш нет? Там в каком-то трупе было. В каком-то трупе было. А, я вижу, вижу, нашел. Да, да. Ну, давай. Кто стрелял? Кто стрелял? Ага. Да не бери. Я только тропку. Ну ладно, да. Отдайте, то на мою. Ну ладно, да. Да. И Феми не стал бери. А может я один заберу себе? Да, ты один, я бы три потратил. Ты был газ занимай. А. Надо идти, да. Оптики, к сожалению, нету, но хоть что-то. Может на шар, но это... А почему мне все время берут какие-то оружие скины, хотя ящики даже не открыл? А, это, наверное, потому что ты оружие берешь около типов. Не, это... Этот взял я, хотел сделать, это сейчас. Она не шар. Погнали на шаг. Быстрее. Врагов вроде. Но нам туда, мы туда и летим. Только не на гору, только не на гору. Вот, молодец. Ну, там будет писать, типа, вы за картой.
все нужно менять. Прям ровно. По-моему, это была просто лезть, может. Да. Оптика? Какая оптика? Блин, жалко. Деревня. Тебе? Деревня, там фонарь. Ну там щит. Ты рискуешь. Хочешь этого? Не особо, да? Вот, тебе кажется, нашел. Найс, да. Иди сюда. А я прям там. А я фуловый. Ой, вот там экран прошел. Вот там издалека. Уходи. Издалека из пещеры 300 метров. Вот там чувак был. Видел. Кто подключается, кто подключается. Понятно, что два. А ведь терно сюда бежать придется, так что ждем. О, вот там кто. Ну вот они и сражаются. Давайте дерутся. Нам получше более. 7 складов осталось. Может уйдем отсюда куда? Да, давай ждем. Ну а куда их бить? Мы все ждем. Ребята, ну, ждем. Давайте иди сюда. Сюда идем. Они же сюда идти, точнее. Вот знаешь, что я делаю? Так, пока есть время. Я на скале. У меня даже готовы, если что, вот так. Я не хотел забрать, ребят, что будет. Смотри, манг, ты что, тупая? О, бежит туда. Да. Ну он пока не торопится, зона все-таки далеко. Он через лево пойдет. Я еще здесь. Он, наверное, через лево пойдет. Да. Я, если что, буду лево чекать. Да-да-да, он в чеке постреляет. Бежит вон там, тип. Далеко же дома. Он, наверное, где-то там заходить будет. А, они еще не зоны. А, либо своего возраста. Он своего возраста. Либо бегут, по нам бегут. Вот здесь. Я попал по нему. Ой, нет, это я сделал, это по типу это. Чё там? День. О, чёрт! Налево пошел. Ну, он сейчас пойдет через лево, как туда. Да, кстати, надо скоро принимать. Он там прошел. Нет. Нет, тут нет. Погнали. Погнали. Только не в те. Ну, кто не ближе, я не знаю. Не пытаюсь, это ж надо забраться. На крышу хочешь? Опасно будет, конечно. Ты берешь? Не, держи, где-то под крышу. Я бы не сказал, что они толковые, просто... Вообще, немного все видно. Но и нас полетит. Не знаю.
странных Петербурга. Это мы сейчас принимать будем сейчас. Там еще что-то складывается. Видимо. Может, на эту школу полезем? Я вот туда хочу, я туда хочу, как раз. Да? Это, наверное... Да. Вуф, там муха, под камни. Эрдруп называем. Снял самого, да. Это так мне выпало. Там типа щит третьего уровня. Штучка фиолетовая на пушку мою пока что. И все. И там дальше броня. Это человек. Дроп падает, где дроп падает. Вон там. Там человек. Пробежал туда налево. Хорош. Мощай? Возможно. Потом надо будет добраться. Аккуратнее будет. Ты скорее нельзя. Пусть тяжеленький, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Не ты хулю. Не ты хулю. Нет. Это сильно нужно. Да, это. У тебя три склада осталось. Лучше два. Два, два. Да. Пиши. Раз то чувака, которого мы только что убили, у него получил второй нападок. Да, у него что подало. Значит, здесь точно возможно один целый склад, а я тут подешевле приехал. За вами же тело было где-то. Дома. Или в другой раз целый один. Тут есть контакт, давайте погнали. Есть труда. По 260 голов, по 50 север. Там типы сражаются. Я играю в голову, я на карту короче. Я жил только на карту. А ты себя еще патроны забрали? Давайте, пацаны, тащите боечка. Я отойду. Тащите мне два очка, а я ж тащить. Ладно, без дивана, если плохо. Куда ты на зоне сейчас не обороне все ему убьют, нужно убрать.
чуток сместился. Блин, вообще не везет. Топчик, да, топчик. Топ 11. Так. Так.